Итак, приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, сегодня у нас битва замков, и мы продолжаем прокачивать Твинка. Зачем я это буду делать, можете увидеть в первом видосе, ссылочку на него, на плейлист с этой рубрикой я оставляю в комментариях и в описании под этим видео, друзья. Вот, и я хочу вам напомнить, как бы мне эта рубрика не нравилась, если не будет вашей поддержки в виде лайков и просмотров, то я ее продолжать не буду. Вот буквально закончил запись первого видоса, сразу решил записать второй, потому что, ну, кое-что интересненькое, ну, по крайней мере, для меня. Как вы помните, мы забрали все ништяки, паролили героев, и да, теперь будем мучиться, но у нас есть уже 6 легендарных героев, друзья, и это очень круто. Это, блин, не сравнить с тем, с чего я начинал 3 года назад. Я играл зелеными и синими героями. Сейчас мне, по сути, их использовать и не нужно будет. Почему я сразу же сел записывать второе видео? Как бы просто у нас тут бац, 15 самиков, у нас тут бац, 80 самиков. Просто я хочу прокачать здание, сделать постройки. Я думаю, что, наверное, это будет как-нибудь кому-нибудь интересно. Вот, как я ранее говорил, мы пойдем по трешаку. Логичнее, наверное, и правильнее всего было часть самоцветов в прошлом видео потратить все-таки на покупку какого-то строителя, да? Но я этого не сделал, я все самоцветы проролил. Почему? Потому что я буду сейчас в ближайший месяц или хрен его знает сколько копить самоцветы и постоянно покупать строителей, пока у меня не будет 5 штук. Это усложнит мне задачу в прокачке аккаунта, потому что у меня не будет шансов выбить какого-нибудь Рина или Анубиса или еще какого-то крутого имбового героя или хотя бы хорошего редкого героя, чтобы у меня все легко фармилось. Сейчас у меня единственный бонус только в виде Деда Мороза, потому мы будем углубляться именно в его прокачке, так как это наиболее сильный герой из тех, что у меня сейчас присутствует на аккаунте. Ну а сегодня я хочу здание попрокачивать, потому что мы можем наблюдать, что я много чего могу сделать. Так, давай сейчас повтыкаем. Так, я еще могу золотую шахту построить, отлично. Ресурсы, так, вот эту штуку могу построить. И сейчас будем делать нашу первую девственную, неразвращенную расстановку. Так, нам нужен армейский лагерь, конечно же. Далее, нам нужна таблетка, конечно же. Надо же куда-то героев ставить. Сколько, интересно, нам со старту дадут таблеток построить? К сожалению, только 2. Ну ладно, значит, мы качнем сегодня 2 героев. Зал экспонатов. Это мы здесь будем магию покупать. Далее, оборона. О, оборона, это тоже очень важно. Так, нам дают 1 башенку построить. И все? Нам дали только 1 башню построить. У нас даже есть забор. Давайте забор построим. Давайте забор построим. Так, сколько нам? 10, наверное, забора дадут или 40? Наверное, 40 забора дадут. Вроде 10 заборчиков дают за каждый уровень ратуши. Ну окей. 10, так, 40, так, 40. Интересно, ну, денег мне определенно хватит, я думаю. Так, слушай, медленно ты строишься, конечно. Так, окей. Дальше продолжаем. И сейчас замутим какую-нибудь топовую начальную расстановку. Так, так. Слушайте, я реально такая ностальгия. Такая ностальгия. Наверное, этот видос я сегодня назову ностальгией. Блин, так прикольно. Реально. Это, знаете, то чувство, когда ты играешь 3 года в игру, у тебя топовый аккаунт, ты лидер топовой гильдии, ты популярнейший ютубер по этой игре. И твой успех заключается в том, что ты начинаешь прокачивать Твинка, и этому дико радуешься. Вот, ну, я все, это успех, ребятки. Это по-любому успех. Это по-любому успех. Давайте сейчас попробуем что-нибудь замутить. Так, нам надо, во-первых, сегодня квест пройти и сделать какую-никакую базу. Это мы все убираем. Это мы все убираем. Это мы все убираем. Это мы все убираем. Так, вот так вот. Далее. Ну вот, допустим, вот середина нашей базы. У нас 2 таблетки. А, окей. Далее. Здесь мы поставим ратушу. Здесь мы поставим башню. Давайте все забором обделаем. Хер его знает. Так, полный ряд. Сейчас просто топовейшая. Просто расстановка топ будет.
Ну ладно, ну идем к успеху, ребятки. Идем к успеху, мне хочется посмеяться. Полный ряд. Так, ладно, так. Ну хорошо, подожди, полный ряд. Мы сделаем вот так вот. Типа, знаете, это маленькая альпийская деревушка. Что еще можно сказать? Сука, и улыбка с моего лица не сходит. Это аж какой-то кайф. Так, вот так вот. И хочу напомнить, кто хочет смотреть за прокачкой твинка в реальном режиме, в лайве, подписывайтесь на меня в VGamers, ждите, когда я в VGamers буду запускать стримы по всему вот этому вот делу, ребятки, потому что сейчас еще ладно, я тут вместе с вами на видосе буду ковыряться, вот, мутить штуки всякие, да. А в дальнейшем я все-таки буду выпускать видосы и показывать, чего я буду достигать. А вот всякие такие мелочи, как расстановка, вот эти вещи я буду, конечно, делать на непосредственно стримах VGamers. Возможно, и на стримах некоторых на канале. Вот, весь фарм игры и прочее. Вот все эти мелочи прокачки героев. Но сейчас мы еще так поковыряемся. Тут, конечно, расстановка, да, можете не писать мне в комментариях о том, что расстановку мою будут ломать. Я об этом и так знаю, я просто сейчас для красоты делаю. Ну, типа, чтоб такой, знаете, типа, порядочек был. Ну вот, здесь мы вот так вот замутим. Опаснейшая расстановка, ребятки, опасно. Опаснейшая расстановочка. Вот так вот по кругу. Вот забор, конечно, будут ломать. Ну, а что нам делать? Что нам еще вы скажете делать? Ничего, с этим только можно смириться. Так, что-то у меня тут... Что-то у меня не получилось. Почему у меня здесь так криво? А, вот. Все нормально. А сюда уже ни хера не вмещается. Ладно. Мы вот так вот сделаем. Вот так вот. Мы просто сейчас наводим порядок на базе. Так. Так. Так, ну все. Ребятка, ребятушки, красивейшая база. Муа, вот так вот просто. Просто ни у кого такой нету, понимаете? Ни у кого такой нету. Далее, нам нужно прокачать двух героев. Сейчас у нас будет только два героя основных. Я не знаю, кого нам использовать. Я думаю, что Дед Мороз, наверное, и Друид. Потом пойдет на прокачку фараона. Давайте сначала Деда Мороза качаем. Что у нас по ресурсам? Так, улучшить навык. Угу. Угу. О, у нас тут, кстати, есть чем развернуться. Во-первых, мы сейчас откроем сразу 5 зеленых героев. 5 зеленых героев. Они нам пригодятся, это для гарнизона. Так. Сейчас, подожди. Где у нас склад? И 5 синих героев. Так, такого у нас не было, тритон у нас будет. Правильнее всего, конечно, копить этих синих и зеленых героев, открывать их всех и оставлять только тех, которые с пятым талантом. Но мы как бы не будем по поводу этого париться, мы просто откроем и изначально будем их качать. Со временем у всех и так будут пятерки. Через полгодика, через год, это не важно. А когда у вас пятерки, таланты, да, то есть силы за это дается больше. Так, у нас... Королева змей теперь тоже будет присутствовать на аккаунте. Шаман, конечно же. Так, еще кого-то можно открыть. Панды у нас не было. Так. Нужно, чтобы они все были разные. Так прикольней. Так. Значки почета мы откроем. Сейчас значки почета нам будут очень нужны. У нас 6 карт обновления таланта, но мы их будем тратить только для квеста. У нас даже есть карточки арены. А, лол. Окей. Смотрим, что у нас получается в алтаре. Вот, в принципе, уже можно будет скоро начать прокачивать силу. Но сначала давайте качнем. Не знаю, на какой уровень качнуть нам дедушку. На 4.10 хватит. Ну, его 4.10... А друид будет бедняжка. Ну ладно. Пускай у нас друид будет бедняжка. Так. Друидик у нас бедняжка. Так. Друидику. Качаем 3.10.
Окей, использовать. У нас остались тут карты героев, которые нам по сути не нужны, потому что я хочу разных зеленых героев, я хочу разных синих героев, потому мы их продадим на складе. Почему будем продавать, а не сразу жертвовать в героя? Потому что когда вы эти карточки продаете на складе, ребятки, вы, для вас это выгоднее, вы больше получите кристаллов героев. Вот, просто на основном аккаунте я этим не занимаюсь, и когда я ролю героев кому-то, я этим тоже не занимаюсь. Но здесь, конечно, нужно все-таки экономить и рационально пытаться тратить свои ресурсы. Окей, теперь нужно левел качнуть, улучшить навык, предметы, получить опыт. Так, до 20 уровня, отлично. Усовершенствовать мы не можем, потому что у нас не пройдены подземки. Так, друид, улучшить навык, предметы, подожди, получить опыт. Все, ну уже они что-то из себя, эти герои, будут представлять. Далее, ребятушки, что мы делаем? Смотрим, сколько у нас кристаллов героев. Нанять 35. Ну, мало, я вам скажу, пока что копим. И сейчас мы можем с гордостью уже поставить данных героев на таблетку. Подожди, не рыцаря. А, елки-палки, я рыцаря качнул. Ну ладно, подожди, я деда ставлю. Вот. На вторую друида. Короче, я всех легендарных героев сейчас качну на 20 уровень, чтобы силу поднять. Улучшить навык, получить опыт. Так. В принципе, даже и синих, и зеленых героев можем качнуть. Улучшить навык, получить опыт. Потому что книжек нам хватает. По две книжки зеленых только используются. Нормальненько. Живем. Улучшить. Сейчас посмотрим. У нас было 600 силы. Хотел сказать 600 тысяч силы. Да нет, ребятки. До 600 тысяч силы нам далеко. Улучшить навык, получить опыт. Так, Дед Мороз у нас тоже теперь красавчик прокачанный. Палача прокачаем. Так, панду прокачаем. Слушайте, ну мы будем сейчас очень сильными ребятами. Нам нужно прокачивать силу до 10 тысяч очень быстро, чтобы добраться до королевской битвы. А там руны и все такое, просвет и все, сами знаете, ребятки. Мне вас учить, наверное, не надо. Так, оп. Отлично. Так, улучшить навык. Хотя, в принципе, тех зеленых и синих героев я мог не продавать, их тоже открыть в алтаре, докачать до 20 уровня, чтобы качнуть силу. Но я что-то тупанул. Но это, в принципе, бывает. Может быть, будем прокачивать легендарными героями, а не зелеными и синими. Ну, посмотрим. Ну да, я, походу, лоханулся. Я забыл про все это, ребятки. Так, у нас этот еще. Талантики, конечно, у всех топовые. Талантики, конечно, у всех топовые. Так, улучшить навык, получить опыт. Отлично. Так, ну что, у нас теперь все 20 уровня. Мы все крутые ребятки, да? Так, 2870 силы у нас, друзья. Кстати говоря, мы можем здание строить. А это ерунда. Так, два строителя отдыхают, что я туплю? Ратушу улучшить мы не можем, нам нужно золото. Ладно, ратушу мы потом улучшим. Вот, при вас я золото фармить не буду. Или давайте попробуем. Подожди, кстати, здесь мы 35 самоцветов получаем. Отлично. Скоро сможем купить строителя. Опа. Вот, сейчас мы тут, всех разнесем. Сейчас мы тут всех разнесем просто в пух и прах. Так. Давай. Дедушка, включись. Опа. И все. Пошла трешня по 143 урона. К успеху пришли, друзья, к успеху, и мне так фармить придется очень много, потому что надо много золота. Помню, когда я начинал играть, я вообще с игры первые дни не вылезал, потому что здания прокачивались очень быстро, я фармил золото и так далее. Так, и что мы здесь заработали? 8000 заработал, а нам надо еще, надо ратушу поставить первую. Надо поставить ратушу первую прокачиваться. Конечно, серьезно, у нас тут противники, это начальные аккаунты. Так, здесь только 5000. А, мы сейчас заодно и квест пройдем. Вот так вот, ребятки. Сейчас поставим здание качаться, пройдем квест. И вот это что такое? За херобора мне выскакивает, а? Блюстак, ты чего? Ну-ка, нам еще на арену пойдем. Сейчас будем там, короче, всех минусовать. Оп, вот это я нормально сейчас чпокнул. Дед Мороз у нас сейчас имбовый на аккаунте. Самый имбовый у нас Дед Мороз на аккаунте.
будем им везде тащить. А далее, что у нас получается? Я все это сделал, скоро пойдем подземки фармить, но я думаю не на этом видео. Я думаю, что я в лайф режиме пофармлю подземки в Вигеймерсе. Так, и что я хотел сделать? Смотрим квест. А, нам надо подземки пройти, окей, значит мы сегодня вместе с вами подземки пройдем. Здесь редактировать команду, у нас супер тима. Подожди, наверное, вот так вот. 5 героев больше не могу поставить, потому что у меня таблеток нету. И кого-то мы сейчас вызовем, вызов. Так, давай сейчас всех нагнем. Вот сейчас, короче, просто тупо всех нагнем. Так. Мега эпичный бой на арене, ребятки. Это, конечно, серьезный противник. С ником Гоблин жив. Так. Так, нормально. Ну-ка, продолжаем. Давайте, ребятки, быстрее уже бежите, бегите до кристалла. Сейчас быстро мы тут все вынесем. Опа, бог грома включился, 882 нанес урона, отлично. Ну, скоро в топ на арене пойдем. 4 значка почета. А, пошли фармить, надо нам 4 подземки пройти. Сейчас пройдем. Тут, конечно, у нас просто топовая пачка. Сейчас мы тут всех нахлобучим. Жалко, здесь ускорения нету, но ничего страшного. Сейчас Дедушка Мороз включится, и у нас все будет хорошо. Так. Блин, ну, ребятки, ну такая ностальгия, такой кайф. А, нормально. Нормальненько. Идем дальше. Еще 3 подземки пройти. Опа, здесь уже серьезно. У нас тут серьезный противник. Стоит бочка первого уровня. Справимся мы с ней или не справимся? Справились? Затащили? Кто бы сомневался? Кто бы сомневался, ребятки? Так. Сейчас еще ратушу надо поставить, скачать. Не, ну норм. Норм, вообще огонь. Вообще, я считаю, это удачненько. Давай еще. Опа, здесь у нас, конечно, тоже серьезный противник. Мы его минуснули сразу, потому что у нас есть Дед Мороз. Это вам не хухры-мухры. Это вам не письки на заборе рисовать. Продолжаем. Продолжаем этот эпик. Говорю, ну, этот видос, наверное, будет один из последних, где мы вот так тупо просто фармим игру, потому что дальше уже что-нибудь буду стараться интересненькое придумывать, вот, записывать видосы о каких-то более важных вещей, или, я не знаю. Хотя, подождите, мы еще сегодня, знаете, что сделаем? Мы сегодня поставим поставим юнитов, да, в армейском лагере, магию поставим на прокачку. Все это мы будем делать сегодня. Длинный видос у нас, к сожалению, получится. Ну а что делать? Уже 20 минут. Ужас. Ужас, ужас. Ну, следующие разы буду стараться по 10 минуток делать. Чтобы видосики лучше заходили. Так. Ну все, ну нормально. Нормально, мы затянули. В следующий раз вы уже увидите, как у меня аккаунт превратится в конфетку. Так, мы ратушу ставим строиться. Нам дадут таблетку еще одну. Опачки. Это серьезно, конечно. Это серьезно. Дальше, что нам еще поставить строится? Так, алтарь. Подожди, можно таблетку улучшить? Или нет? Надо хранилище золота улучшить. Отлично. Минуту это будет дело улучшаться. Так, далее. Что еще можно сделать? А, вот. Пошли в армейский лагерь. Подожди, а как тут улучшить? Подожди, нанять. А, я пока что только этих могу нанимать. Тихо. Тренируйте своих страж до второго уровня. А, пока что я здесь нихера не могу делать, да? Ясно. Ясно, ясно, ясно. Слушай, я уже забыл. У нас же в армейском лагере вроде это все прокачивалось дело. А, здесь это все прокачивалось. Понятно. Я туплю. Это все здесь прокачивалось. 30 тысяч золота просят. Они что, охренели? А что у нас с магией? Я уже, прикиньте, я реально забыл, где это все дело прокачивалось-то. И магия, магия, магия. Пополнить магию. Артефактов у нас еще нету. Что мы будем улучшать? Ну, конечно, восстановление здоровья. Разбор по достижениям здания уровня 2. Не, ну слушай, ну чего бы улучшить? Все. Бесплатно. И вот теперь я могу прокачивать. Опа. 5000 золота надо. Ну вы чё, ну ребят.
15 самоцветов. Слушай, разработчики меня радуют. Разработчики меня радуют. Давай здесь по-быстрому подтырим то, что нам не хватает. Отлично. Выходим. Опа. Опаньки, опаньки, опаньки. Так, заходим сюда. Улучшить. Магия. Магия. Вот. И все. Отличненько. 29 минут. А строители у нас что-то все свободны. Сколько у нас ратуши? Целый час будет улучшаться. Так, это мы можем тоже еще раз улучшить. Сколько это будет делаться? 5 минут. Бесплатно. Еще раз улучшить. А вот сейчас уже бесплатно нельзя. 15 минут. Ну, в принципе, все у нас все на аккаунте чем-то занимаются. Когда нам в королевскую битву можно? От 10 тысяч силы. Так, сюда нам, походу, тоже еще рано. Ой, я могу на мес сходить. Слушай, давай попробуем. Меня возьмет кто-нибудь на мес или нет? Если я буду умудряться попадать на мес... Подожди. То это будет вообще шикарно. Ну-ка посмотрим, что у нас с рандомчиком. Присоединиться. Ребят, не выкидывайте. Я сильный парень, ребятки. Дайте мне мясо пофармить. Ну, я серьезный парень. У кого-то есть тыква? Есть тыква. Мы затянем, ребятки. Мы затянем. Вы что, у нас все будет хорошо. Слушайте, я могу первого мяса фармить в рандоме. Смотрите, какие все добрые. Все мне помогут. Не, ну вообще огонь. Ускоряем. Так, нужно будет откатать попыточки первого... А, слушай, а на второе место меня возьмут? Вход от 8000 силы. Ясно. Ясно. Ладненько, уже место я отфармлю без вас. Я крутой перец. Я уже место могу фармить, и меня никто не кикает, потому что видят, что серьезнейший и сильнейший у меня аккаунт. Кому понравился видос, не забываем ставить лайки. Извиняюсь, что сегодня вот такое скучное было, но пока что как-то так. Опа, мы книжечки получаем. Слушай, нормально. Нормально, нормальненько. Мне это еще все дело предстоит фармить. Пожелайте мне большущей удачи. И вам я желаю большущей удачи. Короче, ребятки, всем пока.